Зрелищные выступления групп поддержки и серьезный вид спорта – все это чирлидинг. В Люберецком округе занятия по чирспорту проходят сразу в нескольких клубах. За тренировкой команд «Вега» и «Wildcats» наблюдали мои коллеги. 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2. Анастасия Фрединская занимается чирлидингом 5 лет. Из достижений – первое место на чемпионате России. В планах стать тренером по чирспорту. Для будущей карьеры в свои 15 Настя уже делает конкретные шаги. Я помогала другому тренеру. Я тренировала детей и ставила двойку. Двойка – это выступление двух девочек, они выступают вдвоем. Здесь постоянная командная обстановка, мы всегда в команде, мы друг друга поддерживаем, помогаем, мы поддерживаем младшую группу, они поддерживают нас. Многие думают, что чирлидинг – это танцы с помпонами. Но в отличие от выступлений групп поддержки, которые все привыкли видеть в перерывах спортивных состязаний, это самостоятельный вид спорта. Он требует большой отдачи и тяжелого труда. Да, многие пугаются больших физических нагрузок. Тут требуется поддержка родителей, поддержка тренера. И чем отличается чирлидинг от других видов спорта? Тем, что здесь команда. Тут командная обстановка, которой девочки или мальчики поддерживают друг друга. Тут намного проще влиться в компанию и проявить себя. Чирлидинг развивается и укрепляет свои позиции во всем мире. В соревновательную программу Олимпийских игр он войдет уже в 2024 году. В России этим видом спорта занимаются 20 лет. В нашем округе 5. За это время Федерация чирлидинга и чирспорта городского округа Люберцы воспитала более 2000 спортсменов. Сегодня наши спортсмены являются членами сборной команды Московской области, являются призерами всероссийских соревнований, участниками чемпионатов России, призерами московских областных соревнований, а также участниками чемпионата Европы. Эквадорец Александр Витари живет в России 10 лет. Карьеру тренера по чирлидингу начал еще на родине, в Южной Америке. Говорит, что главное для достижения спортивных результатов – работа над собой и психологический настрой. Когда детей я на тренировке начинаю, я всегда скажу: забудьте, пожалуйста, это слово, не могу. Это такое слово не существует здесь. Вы должны сказать: хорошо, мне не получается, но я буду стараться сделать. Если мне не получается, это ничего не страшно. Главное здесь победить не на другие, надо победить сами себя. Аня Арнаут заинтересовалась чирлидингом, посмотрев ролики в интернете. От любопытства к практике она перешла 3 недели назад. В планах у 8-летней спортсменки олимпийское чемпионство. У нас сначала разминка, а потом мы все вместе делаем свои станы, кто в своей группе, а кто в другой. И как по счету поднимают люди по сторонам наверх человека, который в середине, и он должен смотреть только в одну цель. В настоящее время в Люберцах чирспортом занимаются более 500 детей. Занятия проходят в 10 клубах округа. Александр Колганов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.